Hey, привет, с вами Игорь Ильиных, и сегодня у нас в обзоре Fun Slinger, доска компании Never Summer из коллекции 17-18. На этом асимметричном твинтипе я катаюсь второй год подряд, люблю его за его универсальность. Хоть это и парковая модель, я люблю баловаться на ней на трассе, и покидая ее пределы, попадая в паудер, она всплывает за счет своего рокера, но мне все время приходится задавливать заднюю ногу. Как и все модели Never Summer, доска имеет комбинированный прогиб, но здесь он более агрессивный, Ripsaw Camber Rocker, с более увеличенными зонами кембер. Рокер дает фан, кембер дает контроль. В итоге этот сноуборд дает мега щелчок и стабильный прием, сохраняя при этом прощающую гибкость, необходимую для выполнения сложных трюков. Fun Slinger помогает вам доминировать везде, от сноупарка до целины, за счет своих фристайл-характеристик.